Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы распакуем упаковку с чехлом для MacBook Pro. Ну, соответственно, MacBook Pro потом в него упакуем. А как MacBook Pro, так и CoverCase для него, для последней модельки 2013 года, вторая половина. Хотя, в принципе, в 2013 году только одна модель вышла. Куплен этот чехол в Черную пятницу в магазине ebex.com. американском, который продает всякие сумки. Скидка на чехол с 50 долларов до 25 или до 20 долларов даже навошелся. Внутри вот он такой мягенький, волшебненький буквально. Смотрите. Не передать, насколько он волшебно мягкий. Сверху он тоже волшебно мягкий. А пластик, не просто пластик, а такой слегка прорезиненный. То есть на ощупь он довольно-таки приятный. Давайте попробуем это все дело радостно упаковать. Вернее, MacBook радостно у него упаковать. Для особо одаренных здесь написано, что это такое. В смысле, фронт. Согласно инструкции, делается все очень просто. Ее я вчера изучал целый вечер практически. Вместе с шампанским. Эта штука остается сверху. По идее. Так, откроем MacBook. Да, характерного щелчка. И вуаля, наш серебряный светлый ноутбук превращается в темный. Та-дам! Вот и ага. Кстати, вот эти штучки прорезиненные, чтобы он не скользил в потных ручках на влажных столах в бане, к примеру, где обычно кто-то работает или не работает. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. Всего хорошего.